Сибири планируют создать консорциум заготовителей и переработчиков дикоросов. Регион богат ягодами, грибами, кедровым орехом. Есть и предприятия, которые из этого сырья производят, например, соки и джемы. Однако того, что собирают местные жители, недостаточно, чтобы полностью загрузить все мощности. Есть разрыв между технологическими мощностями по переработке и фактическими, так сказать, заготовками этого сырья. В итоге наше предприятие, как в Томской, так и в Новосибирской области, вынуждено перерабатывать, ну я извиняюсь, конечно, не дикоросы, а абрикосы, там привозное сырье, арахис, американский орех пекан, ну и тому подобное. В то время как вот то, что у нас имеется, не используется. По оценкам специалистов, сейчас в Сибири используют только 10% дикорастущего сырья. Наиболее развита заготовка грибов, орехов и ягод в Томской области. Здесь заготовители за сезон зарабатывают до 150 тысяч рублей. Однако закон никак не регулирует такой бизнес. Сибирское сырье растет в экологически чистых районах. Продукты из него востребованы за рубежом. Однако есть сложности и с экспортом. Консорциум должен объединить экспертов из разных сфер для развития этого рынка. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!